В областной столице стартовал весенний фестиваль оперного искусства. Он проходит с 1986 года. По традиции в программе лучшие спектакли театра оперы. На одной сцене выступают самарские артисты и приглашенные звезды. Открыли фестиваль сивильским цирюльником и грандиозным дефиле. Чем еще удивит фестиваль самарскую публику, расскажет Мария Акимова. Сивильский цирюльник – все тот же, только солисты новые. Шедевр «Россини» открывает весенний оперный фестиваль в Самаре. В уже полюбившейся горожанам постановке Михаила Панджавидзе приняли участие приглашенные звезды. Партию Дона Бартола, доктора и опекуна красавицы Розины исполнил Дмитрий Скориков. Это одна из известных ролей солиста Московского театра «Геликон-опера». Я вообще люблю такие, знаете, вот комедии положений. Большая роль отводится хорошему, такому здоровому, задорному юмору, скажем так, где задача ставится и рассмешить, и при этом не переборщить. Чем больше будет на сценах разных театров страны звучать мировая классика, это будет полезно для всех без исключения. Так что это самое прекрасное начинание, которое вообще может быть для нашей культуры. И Фигаро тоже здесь. Партию исполняет другой солист «Геликон-оперы» Константин Бржинский. Артист признается, несмотря на то, что тут он уже выступал, с театром оперы его связывает плодотворное сотрудничество. Перед выходом на самарскую сцену не может не волноваться. Думаю, что эта роль вообще моя, потому что я ее очень хорошо чувствую. И в этой роли мне всегда комфортно во всех, в разных постановках. В самом спектакле, конечно, есть небольшие трудности, но они связаны только с каким-то там сценическим рисунком. Этот рисунок всеми артистами освоен, и уже спектакль сейчас находится на такой стадии жизни, когда уже актер может думать о своих внутренних каких-то красках, он уже может импровизировать внутри сценического рисунка. Весенний фестиваль оперного искусства – традиция давняя. Он проводится с 1986 года. Выступают как мастера самарской сцены, так и солисты ведущих театров России. Это и обмен опытом между артистами, и возможность самарскому зрителю увидеть в родном театре звезд столичных. В программе только лучшие спектакли – «Волшебная флейта», «Травиата», «Князь Игорь». Среди сюрпризов – большое театральное дефиле. На королевском приеме всеми любимые герои блистают роскошными нарядами. У нас в театре вообще стало доброй традицией проводить какие-то вот такие мероприятия, чтобы рассказывать каким-то образом ближе зрителю о нашем театре. Зритель смотрит на сцену с этой стороны, он не знает, что происходит там, он не знает, как выглядят артисты и костюмы вблизи. Нам показалось, что это будет зрителю интересно, и приоткрыли какое-то таинство театра. Завершится весенний фестиваль грандиозным гала-концертом 23 апреля. Мария Акимова, Алексей Вельмискин, «Новости губернии».